тренажерном зале села Кормежка пусто не бывает. Чаще всего здесь появляются ребята из секции греко-римской борьбы. После тренировок, которые проходят в соседнем зале, они на новеньких тренажерах качают мышцы. Для борца это очень полезно. Они развивают спинные мышцы и мышцы пресса. Вот. Как бы это основные такие мышцы в греко-римской борьбе. Тренажерный зал обустроили в здании Дома культуры совсем недавно. Его открыли по просьбе жителей. Спортобъект появился в Кормежке в рамках программы «Дрозд село». Это проект компании «Фосагро», который направлен на развитие и популяризацию спорта в сельской местности. Причем благодаря поддержке предприятия заниматься в новом зале будет комфортно как профессиональным спортсменам, так и любителям. Здесь будет специальный штат тренеров, которые будут, во-первых, и правильно как показывать, как правильно заниматься, как определенные упражнения правильно делать. То есть не просто играть, да, а именно заниматься в плане физической подготовки. Год назад в рамках этой же программы «Дрозд село» в Кормежке обустроили зал для греко-римской борьбы, потому что именно этот вид спорта здесь очень развит. Прошел буквально год, как мы порадовались открытию нового на данной территории борцовского зала, и теперь радуемся новому очередному яркому пятну, такому как новый тренажерный зал для юных жителей села Кормежки. И новый тренажерный зал стал настоящим центром притяжения для жителей села. Причем регулярно заниматься физкультурой стали не только мальчишки, но и девочки. В неделю я хожу где-то 4 раза. Ну, мне нравятся все тренажеры. Вот, теперь я чаще занимаюсь спортом. Желаю всем девочкам ходить в спортзал, чтобы быть сильными, красивыми и смелыми. Я занимаюсь греко-римской борьбой, и мне, конечно, нужен тренажерный зал, чтобы это... сильнее побеждать. Мне больше всего нравится вот этот тренажер. На нем можно и руки, и ноги качать, и тело. Проект «Дрозд село» в Быково-Отрогском муниципальном образовании работает с 2015 года. В селах Красный Яр, Сухой Отрог, Наумовка, Новая Юлюзань, Маянга и Быково-Отрог были отремонтированы спортивные залы для занятий греко-римской борьбой, боксом, появились тренажеры. Теперь в этот список можно добавить и село Кормежка. Очень приятно, что село Кормежка и школа села Кормежка находятся под неусыпным, добрым, теплым сердцем компании «Фосагро» и всех сотрудников этой компании, депутатов, избранных от компании «Фосагро». И очень хорошо, что вот этот яркий, красивый подарок компания дарит для детей, уважаемые ребята, для того, чтобы вы были еще здоровее, хотя сельские ребята всегда отличаются своим крепким здоровьем. Но, тем не менее, компания «Фосагро» вкладывает в тренажеры, фактически вкладывает в каждого из вас. За 4 года работы проекта «Дрозд село» компания выделила свыше 4 миллионов рублей для ремонта и обустройства спортзалов в селах Блоковского района. И результат не заставил себя ждать. Число ребят, которые занимаются спортом, выросло почти в 4 раза.